Ну, тоже не важно. Сейчас 58. Могу завернуть кого-то, если надо. Да не надо, сейчас у меня на почве стыло называется. Кушаем рыбу, сейчас поставлю вот. Ходите быстрее. Ребят, просьба будет, не, если вайпаемся, не прыгайте в ловушки. Я замучил себе уже число. Поставь шкаф, сумманем руку. Да я ловушка меня откинула. А, я понял. Херово тогда. Вот, опять теперь лишние 5 минут ждать. А чё там у паладина станы? Гнев сколько кд? 30 секунд? 15 секунд. 15 секунд. А этот? Точно? 40? Не, точно у него на 2, зато у него 30 должен быть. Так это же вообще, я не знаю, это... Точные минуты. А как получается, что этот... Второй шаркарь... Одновременно с первым иступлением. Не, ну смотри, иступление, там оно длится 6 секунд, а вот, допустим, массовый, да, он 3. 3 секунды иступление идет. 6. 3. Нет? 3 секунды. Там две берсы, вы понимаете? Одна берса, это которая временная. На 20% есть. Пофиг на нее вообще, да. А вторая, это которая вот хардовая, которая вешается и не снимается. Так если шаркан не издыхает с ней там за стан. Так ты БЗ отдавай. Там просто на нем заканчивается, прискакивает на другого. Так ты сразу БЗ давай и все. Я или так и сделал. Пробило что? Нет, оно кончилось. А, БЗ кончилось. Ну надо так стараться, чтобы БЗ, ну, хуй знает, чтобы во время БЗ он умирал хотя бы. Это типа когда уже два шаркаря и чума, наверное, большого била, у кого больше хп, да? Он аж 15 секунд висит. Это тебе получается, надо, раз на ту берсу пофиг, тебе надо станет вот этого пацана, который меньше 20%. Стан должен быть. Ну, на время берсы должно хватить. А чё там, 300% или сколько там, 200? Так, ну, давай шкаф, суманю рогу. Да нет, сотка там, ну, или... Хотя хуй его знает. Но бьет сильно, по 70 там иногда прилетает. Там ревностный иногда на пол меня хилил, когда прилетал. Чекну баф. Настик. Запускаю. У нас давно не было вайпов с паладинами. Протопалами. Обычно у нас вайпы на осквернении. Нехватки ДПС. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Ну ты БЗ кончается, там зубы сразу проси. И каплю. Плевайте, трэш рассекающий. Да шо, мы фонари какие-то. Нормально. ДПС там 3 будет. Ч
успевать, не всегда обновляю этот баф шамана, 10% физурона проходит, наверное. РДД в ловушку. Чума, одну секунду. Лантана, чума, лантана. Не под лицо. Все идет. РДД ловушка. Ребята, кто заливает осквернение, наверное, буду не менять. Сразу. Смотрим ловушку. Хант, на тебе кружок, РДД ловушка. Чума, смотрим чуму. На чем чума? О, нормально было сейчас. Стали звездочку, экономим место. РДД ловушка. Сейчас будет Шаркари ловушка. РДД опять ловушка. Да задай, да может вообще. Не достаем, не достаем. Нечеславие. Это чума, блядь. Бля, РДД ловушка. Заманала, короче. Все в звезду встали, никто сзади звезды не стоит, бля. Сейчас вайпнемся, звезду быстро. Поклонский, осторожно, проводи трэш, быстрее. Милики, ловушка, все на край. Звезду встали. Чума, одна секунда. Авенс, чума. Звезду встали, 5% до переходки. А чё так мало ДПС? От ловушки отошли миллизоны, все отошли от ловушки, отошли. Еще шаркающий. Вижу. Пухнастик, выноси чуму. Забирай шаркаря, должна быть чума на нем. Раньше все набрали. Числави, выноси чуму. Фотон. Энгельс. Блять, что за затупки? Нету чему, да, на нем? Давайте. Дорогой, короче, падаем, будем сейчас менять людей. ДПС 0. Да нет, там просто было дело в том, что на РДД постоянно кидалась ловушка, и РДД не дамажили вообще. Дамажили они, блин. Давай посмотрим. Нанесенные. Тут там Андриага, Венс, Перепух, Монтана. Что-то вообще фонари какие-то. Миллион. Да это не оправдание. Он Лайра 8 по ДПС. Ну ладно. Насчет того, что не доставали, ладно, а блядь, ну. Перепух Андриага. Нам 200, это жесть. Давайте еще трай. Опять невезение. Все ловушки на РДД зоне были. Реально там звездным огнем не бьет. Чей-то, ну да, звездным огнем не бьет. Что мало, 115 тысяч. А вы змейкой ходите РДД, если на вас ловушка кидается подряд. Типа если второй раз кидается, вы параллельно первой ловушке встаете. Топал немножко отойдет назад и все. Ладно, давай еще разок. Не, просто когда две ловушки кидаются в одно и то же, там, допустим, в РДД, то танк тоже переходит, по идее, как бы, нет? Можно и не переходить. Не достаю. Подходите быстрее.
с ДПР. Подходи. Давайте, Фуба. Вот он, ДПС 318К. 260 убивали с первого трая. Ну вот, смотри, типа, первая кинулась ловушка, можно вот сюда отойти. Вторая кинулась на РДД, можно вот так отойти. Кинулась третья на РДД, вот так отойти. И вот так вот отходить квадратиком получается. Вот так, вот так, вот так, вот так. Как змейка. Чик-чик, чик-чик. Можно великом тогда вообще в самом начале стоять. Ну, там один раз пройти. Сейчас ловушек один раз можно провести. Ждем к Сержу. Все, запустил. Блин, как-то невезучий трай у нас. С ретрая же. С нуля. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Андреага, ты... Ты смотришь на эти бафы свои, там, если прокает синяя луна. Бьешь звездным огнем, если красная луна, то гнева. Вот и обновляет там все дела. Я мало звездного огня смотрю. Это пытка номер 4. Знаете, уже сейчас звездопад первый трэш выйдет. Милики ловушка, РДД встали звезду. Будем чумово носить. Хорошо, что она мне. Как всегда на меня кидается. РДД ловушка. Встали в портал. Милики ловушка. ДК ловушка. Чума. Second Socks. Диспел его. РДД ловушка. Второй шаркар сейчас будет. Кружок для ханта. Так, РДД ловушка, перебежали. Чуму выносим. Энгельс чума. Энгельс чума. Пизда, блядь. Пизда ты, хан. Красава. РДД ловушка. Двигали чё? Тали в звезду РДД. Не вот так вот. После ловушки все на край идем. Милики, ловушка РДД в звезду. Проводи трэш. Ни в чем чума. Все, давай на край. Капли на протопало, все на край идем. О, видишь, отлично. Так, с ДПР гим на ману. Рейндж все набрали. Иннеры звездочки. Рейндж наберите, присты, ханты, бьем сферы.
Лара метка. Метка говорит. Дух, короче, метка. Уже привык говорить метка. Шарики. 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 Три совы в рейде. Три шипы в рейде. Хант. Последний дух. Напоминаю. Кружок Дрим Дрога. Пухнасти Кром. Трусы протопал. Сферку добить. Сферку. Все идем в звездочку. Мальки играем. Меня схватили. Ромбик, стань Седли. Седли, ромбик стань. Осквернение вышло. Седли, выходи. Ром добить. Через трусы ромб играем. Трусы. Давайте все центр опять. Становимся вот так. Звезду. Потом. Проснись. Станем все так же. Поверни лича, чтобы звезда смотрела на спину личу. Сделай три шага влево. Осквернение вносим к порталу. Остальной рейс смещается к трону. Отбежали, отбежали. Авензи. Давай Сакру. Сакру давай. Не выпрыгивай. Не выпрыгивай. Играйте вальки. Кружок играем. Кружок. Станы раздайте. Быстрее вальки. Кружок играем. Кто кружок спасли, отлично. Играйте в лича. Оббегаем вальки. Осквернение 3 секунды. Быстрее все к звезде, блядь. Куда вы пошли? С СДПР, куда ты пошел? Ай, блядь. Давайте в звезду быстрее. Станем все так же. Играйте. В ромб играем. Трусы. Седли, стань ромб. Седли, стань ромб. Все в ромб играем. Ромб трусы. Ромб трусы, пожалуйста, быстрее. Замедляйте трусы. Трусы теперь. Быстрее. Осквернение 3 секунды. Трусы играем. Вышли с центра все. Осквернение утроп. Нормально. Блядь, повезло нам. Господи, боже мой, вот это нам повезло сейчас. Давайте звездочку установимся опять. Станем все так же. Иннеры звездочки залейте. Станем все так же. Вальки играем через кружок. Через кружок играем. С центра все выйти. Осквернение 1 секунда. Трусы. Больше дамага в кружок. Замедляйте трусы. Трусы играем. Кромб забейте. Трусы. Станьте трусы. Так, давайте все под... Сейчас будет осквернение, потом вальки. Присты бьем взрывом разума. Сначала осквернение, потом вальки. Рассоситься не могу. Рассасывайтесь. Блять, давайте звезду быстрее. Осквернение на... Играйте в трусы. Ай, блять, падайте нахуй. Скачу с ДБН-то, а? Так, смотрим дамаг. Да. Да, не вывозите его, ребята. Две совы вот эти. С лужами пиздец какой-то вообще. Я не посмотрел, кто в центре разлил такую ебичную лужу, то это было интересно.
Так, Эндриага, перепух, накидываю ЕП. После этого шкаф дал ран. Бумаги мало у нас. Первые вальки еле-еле слили под ростом. Там бумага еще Авенса поменять бы. Их да, поменять бы. Кан тоже какой-то вагон, походу. 10к ДПС, 9, 1. Тоже тянет нас на дно. Рога, пиздец, разлил нужен. Классно, конечно. Ну, в принципе, ханта 6.3 могу найти, если надо, там, знакомый есть. Ну, хант хоть диспейлит плавайте. Берсерк, но проебывается с ловушками с ДПС. О, с чумой, точнее. Кого лучше взять? Еще одного хантаба, чтобы они двух шаркарей тогда диспелили. Один с одного, другой с другого. Ладно, кота возьму. Ну чё, у нас три кота в рейде? Кант мити какой-то. 6.5 пишет. Ладно, возьмем. Давайте шкафчик, смотрим людей. Бля, я забыл, что еще и Войд в коте, он тоже может встанеть. Принимайте сумоны. Солчата у нас кто еще? Какой-то хант, Митяй. А у Митяя 6.5 КГС. У него пуха не одет. 6.1 вроде. Не, у него пуха не одет.
Это ты, Хант, Ник Хех, ВРК? Да, я. А надень пушку, надень. Давайте фулбов парейду. Ты опустил. Че у нас 39 из 50, если мы только 4 раза вайпались? А мы когда зашли, было 44, на профи было 44 из 50. Да бред какой-то. Рыбы не было? Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Это собака. Вроде не было. Это собака, собака, отвечай. Ты пройдешь через эти... Сейчас будет 20. Отойдите от лича, не умирайте. Было три совы, стало одно. Интересно, кто духов там в комнате бить будет? Три ШП в рейде, три сова в рейде. Я не знаю, как можно убить духов. Так, милики в квадрате стоят. Милики ловушки. Смотрим чему. Смотри секунду. Дран. Ёваный стыд, куда ты выносишь? Перебежали ловушку. Становимся звездочку. Видели, куда этот рога понес? Ловушка 2 секунды, РДД перебежали. Калк, чума. Иннеры, РДД ловушка, иннеры звездочки, сейчас повешу. Так, Энгельс, на тебе кружок. Второй хант. Давайте. Парк еще влазит. РДД ловушка перебежали. Второй хант снимаешь, шаркаря, иступление, без метки. Не могу сейчас повесить. Лантана, чума. Чему хоть выносишь нормально? Милики ловушка. Два процента. После ловушки всем на край идем. Стоп, все, давайте все на край. Сакру давай. Сейчас мы захилим все это. Блять, вот поднимает этого рака. Рейндж наберите, не позорьтесь. СДПР гимн на маму. Капри протопал. Добейте сферы, добейте сферы. Два ШП, почему не бьете сферы? ДСГП давать. Один пил гимн, это понятно. Снага, трэш, заберите. Кливайте трэш, давайте, набивайте свой любимый ДПС. Играйте во второго духа, агро на первом. Агро на первом. Сука, Джерион, блин. ВСК, поднимай Джериона. Блин, блядь. Набейте духа. Идем в звездочку, бафайте вара, каску, кулак, пристабав лапу ему. Стали в звездочку. Два ханта не могут напулить на БДК. Кружок рога станет. Ромб, пухнастик, трусы. Протопал. Войд, стань ромб. С центра все вышли, с подвальками не стоять. Сквернение смотрим. Войд.
трусы добить. Давайте. Становимся в центр, опять звездочку. Внимательно смотрим. Будет осквернение и вальки. Если к концу кидай проклятие косноязычие. Осквернение к порталу, рейд смещается к трону на первой вальке. Инры звездочки заливаем. Смотрим вальки. Выбежали, выбежали. О, красава. Не прыгать, воет трусы станет. В трусах протопал. Трусы играем, быстрее. Трусы играем, блядь. Ром, до свидания. Трусы спасите. Бля, ты что, не в трусах был? Блядь. Осквернение 3. А с этим Джерином, блядь, нихуя за. Лужа, лужа, мебель-то лужа. Стали в звездочку. Центр веди. Трусы станешь вот теперь. Звезду стали. Я в кружке. Играйте через кружок. Поклонский прожмись. Один хил в рейде. Бля, почему не замедлена валька? Пристыл. Почему ровно трусы бейте? Где ваш хваленый ДПС? Встали в звездочку. Кружок станет Войд, ромбик станет Пухнастик, трусы Седли. Играйте вальки. Осквернение 1 секунда, вышли. Молодец. Трусы добейте. Трусы. Трусы, пытку постойте в трусы. Так, давайте опять в центр. Взрыв разом объем. Блять, сначала осквернение будет. Отошли к звездочке, осквернение. Теперь валькиры сейчас. А теперь валькиры, блять. Что за дерьмо, короче? Что за ДБМ такой кончик? Встанем, переводим. Встаньте, вальки, отошли с валь... А, мобильный, отойди. Не прыгайте. Нет, надо вальки играть. Давайте вальки. 1%, не успеем. Вальки играйте. Ромбик играйте. Достань. Нет, ДПС проебали. Падайте. Пластра и распускай рейд этот. Это какое-то дерьмо, а не трая. Блять, никто метки не бьет. Давайте посмотрим ДПС по валькам. Мобильный хил 600к валик. Потом 1400. Так, а что ты хотел, он, блядь, на 18 месте? Да, ДПС тоже так себе. Блин, как вы умудряетесь так падать? Есть же замедление от АДК. Почему вальки не замедлены? Давай, короче, кружок Войд станет теперь. Ромбик, Пухнастик, трусы, протопал. Бой, ты, по-моему, самый конченый лич, наверное, за последний месяц. Слушай, Олег, 3 шипа? Да. Распредели тоже шипы по этим, по валькам. А то мы все, блядь, в одну пытку кастуем, а две другие улетают нахер. Да нахуя за лупой страдать, блядь. 3 вара, блядь, в рейде, нахуй. Пускай подрезают сухожилия, блядь, своим валькам, все.
один вар может, блядь, двоим валькам спокойно подрезать. А тут три, блядь, вара. Пушите рыбу. Джерри, он кружок, ни к чем, ромбик, килька, трусы. Подрезаете сухожилия и бьете, и пиздец. Бля, лужи, калич на лужи разливайте. Поклонский под лужи прошелся, мобильный под лужи прошелся. Так смешно смотреть, когда они срутся. Честно, я третий по дамагу, без этой, без чешки, мне насрать. Ваня вообще топ. Давайте попнем. Честно, раздражать такого рейда. Даже арка нет, 90%. Если бы у тебя там фулл вар был, ты бы походу их всех передамажил, да? 30к на сутки дал бы. Бля, Дарксайд 3 ляма, на дамаже 9 кдпс, вылетал, никакой вальки. Так Джерри, он там валик кливает, ни к чему, наверное, валька схватила, да? Лол. Так, Инфокса, ты вешаешь проклятие косноязычие на лича? Не вешаешь? Да, да, вешаю. Ты чё, ДБМ как-то сбился, лужи не было. Не какой-то бред сейчас был. Чек на пол. Ну так придятина. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? С алчатом легче проходилось. Коня ауру уберите. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Через эти мучения сам. Будешь молить о пощаде. Но стоит просто. Слушать. Твои отчаяния послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Мелики ловушка. Концов куда ты встал? Какой сильный чума? Милики ловушка. РДД в звездочку. Милики РДД ловушка. Квадрат. О, в звездочку. Чумадная секунда. Пление с кружка. Славя. РДД ловушка. Дали звездочку. И на развезде обновляете. Диспел шаркаря. Второй шаркарь вылазит. РДД ловушка. Тройхант ромбик снимает ступление. Ни в чем чума. Проводи дальше трэш. Милики ловушку. Проводи дальше трэш. Еще дальше. 2% до переходки. Стопайте, короче, полечу. Сейчас ловушка будет и все идем на край. Все, давайте все на край. Милики ловушка. Хорош у вас насквозь.
Два топора даже на хп не кричат. Фу. Чи. СДПР, давай гимноману. Ты слаб. Ну что, давай на 100 алды спорить. Есть крик на хп уже? Джерил срывет духа и сдохнет. Ну давай. За то, что сорвет? Да, и сдохнет. Давай гимноману тоже. Не, да фу, это нечестно. А я за то, что он два раза сдохнет. Зэ, что уже не смешно, короче. Сидим просто полчаса уже. Сферки бейте. Два ханта, разливайте катки по подвале. Последний дух. Сферку добить. Пизду стали. Кружок воет, трусы пухнастик, кром пухнастик, трусы укроп. Смотрим вальки. Вышли с центра. Вышли с центра. Повезло. Перед вальками не стоять, осквернение 1 секунда. Вышли с осквернением. Фотон осквернение. Ром добить, трусцы добить. Повезло, повезло сейчас с вальками. Ни одного, короче, всех слакеров схватило. В кавычках. Слабым ДПС. Давайте в центр. Станем все так же. Осквернение к порталу. Рейс смещается к трону. А, не, давай вот так встанем. Становимся как на первых вальках, я немного тупанул. Осквернение к порталу. Рейд смещается к трону направо. Все, вышли, вышли. Давай, Сакру. Я в ромбике, вот в ромбике. Кружку с Эдом. Вы что, блядь, сука, угораете, что ли, блядь? Блядь, никто не заметил лужи, да? Как обычно. Я вот короче, не понимаю, зачем вы в ней стоите, блядь. Бля, из-за катка ебаного никто не увидел эту лужу, походу, да? Ну, да, там... Я вообще думал, что на нем осквернение и валька схватила, и, короче, не было лужи. Побежал себе дальше. Смотрю, лужа растет, дамаг растет. Энгельс, спасибо тебе за это. Без предупреждения ливнул. Ну, блядь. Кому орёт, а кому похую. Хуй знает, что сказать, блядь. Ладно, давайте, ластрай, я иду тоже, мне это надоело. Вы не хотите убивать, наверное. Да все легко убьется, просто ну нахуя вы в луже-то стоите? Увидели лужи, но он, блядь, он читает осквернение после приземления первой вальки. Разбежались, блядь. Не видно лужу, бегите, блядь. Вы стоите в ней, похую. Два человека ее ногой задело, остальные... Она выросла, и остальные в ней стоят, дамажат, блядь, в небо, сука, смотрят. Это не одного человека проблема, а всех, кто в ней стоял. Сейчас, ладно. Не заходи, я резко тебя. Вообще какой-то позор, короче.
Где этот метя лежит? На платформе лежим. Где? Что-то не вижу. Интересно. А, все, вижу. Да что-то вообще не заходит лич. Давайте шкафчик. Никого добра. Пусть лог зайдет. Блять, помните, как на Трисию 4 раза подряд лужа кидалась? Это вообще пиздец был. Дисконнект или у меня опять тупит? Сейчас. Все, короче, не кидай. Это плохая была, плохой опыт был. С этими слепыми людьми в рейде нельзя кидать каток, если когда еще лужа кидается. Так я же говорил, вон три вара у тебя сидят, ты им скажи, какую метку сухожилия и все. На единичку нахуй сухожилия, подрезание и пиздец. Вальки будут замедлены. Да никто это не юзает. Я не юзаю сухожилия, нахуй, ну зачем оно мне надо вообще? Так блять, так смотри, так ханты не будут лить. Лужа там не прокнет, блядь, не ударит ДК, и пиздец, и вальки улетят. ДК замедляет все три вальки. Они без замедления до края с центра летят сколько там, 9 секунд, с замедлением 18 секунд, со станами, блядь, все 25 секунд. С двумя станами. За 25 секунд, блядь, можно хуй знает. Пиздец, что сделать. Готовы? Поклонский готов? Пошли. Он чё, два раза умер? Я думаю, что на спорили, типа, что он сдохнет, а он не помер. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслужил. Сейчас давай на лужу. Убил десятки тысяч душ. Да не, он тупой, чтоб на луже умирать. У него инженерки нету. Не, нету. Все, короче, я ставлю на то, что он это в центре лужу разорвет сейчас. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Сейчас кто-то другой будет реалить. Я буду просто хилить. После этого трая. Даже ну, что-то не вывожу рейд просто. Просто разойдемся. Да нет, 30 лк за КД как-то мало. РДД ловушка. Чума, смотрим. Чума, одна секунда. Выносим чуму. Ух, да, секунда, все. РДД, опять ловушка. Мелики ловушка. РДД выносим просто чума. Мана секунда. Хорошо, это чума. Молодец. РДД опять ловушка. Вступление. Второй шаркарь вылазит. РДД ловушка. Проводи дальше, трэш. Сейчас РДД зона приблизится к ПР. Звездочку встали. Мелики, ловушка, проводи дальше, трэш. Проводи дальше, трэш. РДД в звездочку. 3%. Капельку на протопало. РДД ловушка, милики, обойдите. Не кинул. Тупой сейчас стыло. СДПР, давай один на маму. Хе.
Такое ощущение, что это анбаф какой-то. СДПР, замедляй кружок, фотон ромб, трусы мобильный хиль пытками. Я уже не знаю, что вам говорить. Я и так тотемаков ставлю. И замедляй одну вальку. Царики бейте. Кружок вот, ромб, пухнастик, трусы, протопал. Перед вальками не стоять. Играем вальки. Двух престов схватил. Сука. Осквернение 2 секунды. Dark Side. Становимся так же. Господи, помолимся сейчас. Осквернение к порталу выносим. Право от звезды. Рейд влево смещается. Звезду встаньте, фотон, звезду встань, ёбаный в рот. Бля, ну тупой какой-то. Отбежали, выбежали, выбежали. Давайте, играйте вальки. Трусы, трусы, кружок. Замедляйте вальки, почему они летают? Трусы, эрдру. Ромб играйте, ромб, все в ромб. Трусы, трусы замедлить, трусы застанет, трусы. Трусы, эрдру. С центра всем выйти, осквернение. 5 секунд, потом в центр идем. Все, давайте в центр, звездочку. Все, не види, не види. Станем так же, как станили раньше. Так, в ромбике ДЦ. Через ромб играем. Перед вальками не стоять. Быстрее играйте вальки, быстрее. 3 секунды осквернения. Седли вышел. Трусы добить, трусы добить, трусы. Все, не успеете, да не успеете. Давайте. Блять, блять. Сука, два вара топовых, ебаный стыд. Давайте, все в центр идем. Становимся как на первых вальках. Станы есть, спокойно, все нормально. Не шанс убить. Звезду встали. Давайте, ромб, ромб, трус, ромб, кружок, числа я вышел. Сука. Помогите, кружок. Кружок. Кружок, ромб. Бля, ну где замедление, сука? Да, вижу. Давайте, переводим мяча. Осквернение 5 секунд. 3. 2, 1. Вот сейчас бы было бы 3 вальки и 3 хила. На край, на край, вход. Это было бы классно. Так, Джерри, а нет, значит, никто кроме не сорвет, слава богу. Мобильный хиль, давай гимноману, боже мой. Давайте не вагнемся сейчас. Мне надоело здесь сидеть. Играйте в кружок только. Кирошита СС на Сержа дай. Саконсок СС на Поклонского. Давайте квадрат играем. Потом давай. А, ничего не давай. Как по берегу гимна.
Что там, игру, пацаны, да? Давайте перед, перед комнатой так еще давайте. Шарик добить, играйте только в кружок. Ходим за звездочкой. Сова, звездопад, кресты и сушением по духам. Господи, не будете бить, не вайпнемся. 38%. Давайте ходим звездочку. За хилом проблем быть не должно. Сейчас мы выйдем с комнаты, будет осквернение, будем бить в одной точке лича и духа квадратом, фулл хп. Стоим в углу, просто вжались и ждем выхода. Так, давайте, квадрат играем. Веди лича в одну точку. О, красава. Все, давайте все к трону. Все, давайте к трону все. Частицу на поклонского хилит роба. Не, на утроба частицу хиль поклона. Все вышли, вышли из-под духа. Не бейте духа, отбежали. Духи испустились. Утроб, дальше сакура, сквернение. Выходим. Мелизона, сквернение. Нет, мелизона. Порталу идем. Звездочку. Смотри, вот два топа сдохли, и мы убиваем сразу. Как это объяснить? Ваня топ. Не, я про этих стопов, кавычки. Кавычки. Бежали. У них энергетика плохая. Не знаю, все было по пизде, шло, короче, РДП был 320, я удивился даже, почему мы не можем иметь лича так долго. Какое-то невезение. Давайте, ну, выход... 260 убивали, а тут... Так, смотрим, давайте все к порталу. К порталу все. Духи спустились. Это какой-то бред. Сколько лука хватало? Два раза? Помоги. Три. Три? А, ну, короче, бали затащили нам, все опять. Сквернение влево-вправо, но все духи спустились. Точку прожми. Уводи лича, к порталу все идем. Жаждет крови. Вы пришли, чтобы вершить суд над Артасом, чтобы уничтожить короля лича. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби, иначе, как и я, стоим. Ничего страшного, хилимся. Бежали. Бежим. Через бомбы, ничего страшного. Да все захилится. Давайте к порталу. Духи спустились. Смотрите, как Фотон умрет сейчас. Почти сейванул.
власти Скай, подними секонда. Уводи лича. Дайте бафы по демону. Вернение, Сетли. Да, вот так. Да-да-да-да, вот так надо. Попрыгать еще надо. Чти вайп. Бля. Слышно меня? Да, все убили. Нет. Бля, я сейчас завис на секунду, блин. Главное, не умрите там. Все, можно умирать. Давайте звезду становимся. Давай в центр. Это Хан, включи дух стаю. Дух стаю включи быстрее. Побежали. Бежали, побежали, далеко. Включай еще. Догоняй звезду, Хан, побежали. Тра-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та. Ты слышишь, кстати, бомбы не падают. А нас зачем он нужен? Побежали. Оп, отхилился. Оп, что-то не то пошло. Что-то не... Типы такие. Сомнений нет. Бывало, лич вырастал выше трона, блядь. Выше трона. Ну и чё, смотрите, кто топ-коты, блин. Просто из этих трёх воев, нахуй. Блять, вары, конечно, пиздец. Сдохли, блядь. Что движет вами? Двоих добирал. Кирошита и Джерриона, да? Ну и двух алчатовских. Ну кого мы меняли? А, весовые, маг и хан, который просто ливнул. В мои руки, как я и рассчитывал, тебя следует наградить за этот неб... Посмотрим, что по личу у нас. Роль лич. Дарксайд первый в лича. По валькам смотрим. Килька в банке первый. Азерот пойдет от их рук. И ты станешь. Сухожилия подрезал. Килька в банка, гневный дух тоже первый. Не у всех. Умный там тройник. Мобильный хил, тебе надо учиться за ШП, наверное, играть, ты духов не подбиваешь в комнате. Ну, я ШП первый раз только, я на ханте в основном тоже был с вами здесь. А первый раз только ШПшкой был. Кант с... Чё там хан? Сейчас сферы посмотрим. Сферы хан бил. Самый какой-то напряжный лич. Три часа здесь сидим уже. Фуллэйнст. Да, немного не успели. Джерион нас... говорил что-то про рассекающихся самых бил. Странный тип какой-то. Да, он обосраться боялся. Ничего был проиграть. Ну, по-моему, вы мне вдвоем проиграли. Они переиграли меня. Нихуя себе переход для, блядь. Переход. Да он на переход, походу, эту жажду оставляет. Я так надамаживаю лям только рассекающим на первой фазе варом. Лям 500, наверное. Это первая фаза вся. Так жажда откатывается. А ее можно много раз бить. Сколько прожимаешь, она откатывается. Ну, один раз за бой можно зарейтить, наверное. Тиренос, Метриос.
Куняка. Чё у меня лутера нет? Или нас? Что, теперь самое время в резку пойдем? Да, сейчас пойдем. Посмотрим, что там по ЕПГП у нас. Поставь спорт. Куда вы там собрались? Кажется, калк выше всех. Ты спать пошла. Че? Ты спать пошла.